Ущерб почти на 1,5 миллиарда тенге. По информации пресс-службы агентства по финансовому мониторингу, житель Петропавловска через подконтрольные ему компании выписывал бизнесменам фиктивные счета-фактуры за работы и услуги, которые попросту не осуществлялись. И предприниматели также уклонялись от уплаты налогов. Созданная Петропавловском группировка с 2018 по 2020 годы выписала таких счетов-фактур почти на 1,5 миллиарда тенге. Приговором суда организатор признан виновным. Все причастные к преступной группировке также понесут уголовную ответственность. Судебная коллегия по уголовным делам приговор Петропавловского городского суда оставила без изменений. Приговором суда организатор преступления признан виновным, и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Участники ОПГ осуждены с назначением наказания в виде 5 и 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судебная коллегия по уголовным делам областного суда приговор Петропавловского городского суда оставлен без изменений.